Коллеги, мы продолжаем. Леонид Григорьевич Набиев, главный тренер команды «Адмирал». Леонид Григорьевич, начнем с вашего комментария по игре. Ну, ребята молодцы, сегодня проявили характер, волю к победе. Переломили не в нашу пользу складывающийся матч, за что им огромное спасибо. Вот. Спасибо болельщикам за поддержку. Понедельник, полный зал. Вот, все болеют, переживают за команду. Это приятно. Всех с победой, у меня все. Спасибо. Перейдем к вопросам. Рустам, если есть вопросы по игре, пожалуйста. Леонид Григорьевич, а что мешало команде так здорово начать играть в течение всего первом периоде, а не в течение всего матча? Ну, «Спартак» очень высокий темп игры задал с первой смены. Команда обладает очень большими, хорошими, сильными исполнителями. Мы просто не справлялись в первом периоде. Не успевали, не справлялись. И все те наши потери, ошибки, «Спартак» четко наказывал нас за это. В втором периоде мы добавили в отборах, в единоборствах. Вот. Начали, перестали застревать в своей зоне. Ну, немножко перевели шайбу в зону соперника, это дало определенный результат. И второй вопрос. Понятно, даже вот я сегодня ощутил, как поддержка родных стен влияет на команду. Но все-таки вот то, что «Адмирал» только два матча выиграл на выезде, не знаю, с чем вот можете объяснить. Рустам, давайте по игре сегодня вопросы. Ну, я скажу, понимаете, здесь очень много факторов. Это очень много факторов, которые мы стараемся поменять в лучшую сторону. Ну, знаете, как говорят, дома и родные стены помогают. Пока да, нам игры на выезд даются очень тяжело. Я с вами соглашусь. Спасибо. Спасибо. Перейдем к вопросам из Zoom. Максим, если у вас есть вопросы, мы вас слушаем. У Максима нет вопросов. Леонид Григорьевич, вас благодарим. На этом пресс-конференция завершена. Увидимся позже.